Здесь как уютненько. И вот так вот. И вот тут уютно можно посидеть. И вот тут можно. Вот такой наш отель. Видите? Оставлю номер телефона хозяина. А, вот, да, вот. И звоните. И впереди еще плюс 995. Все, а мы пошли гулять. А, без дрожжей, да? Да, без дрожжей, без солей, без этого все. Вообще классно. А где этот магазинчик? Мы тоже вот туда это. Потом. Вот это через дорогу? Вот, вот. Угу, все, вот. Ясно, мы туда сходим и тоже. Да, тоже хороший магазин. Классный. Куда идем? Вот туда. Так, запоминай, диетический магазин. Так, наша улочка. Вот это, да? Наш номер выходит вот сюда, где турецкий флаг. Ты закрыл ключ, взял, да, Сереж? Помнишь, мы ехали в такси, я тебе говорила, вот эта башенка, которую я видела. Вот она, Сереж, про которую я тебе говорила. Изучаем наш район, в котором мы живем. Так, как эта улица называется? В старом городе, первая линия Аванес. К морю. Мы решили погулять, посмотреть, где можно купить продукты, какие тут достопримечательности. Просто гуляли по городу. Первый день нашего отдыха. Да, ну и такое вы видишь, видишь, дружба народов у них. А он нас с тобой высадил, вот на этом перекрестке он с тобой высадил нас сегодня, таксист. Да, да, но я говорю, на этом перекрестке. Получается, вот сюда нам и перекресток, и направо наш дом. Конечно, вот по этой дороге. А он показал, что вот тут одностороннее движение. И мы с тобой круг дали. Само получается, мы в центре живем. Ох, в самом центре старого города. Мимо нас проходят одни русские, слышишь? Разговаривают только на русском. В Тбилиси такого не услышишь. Здесь много туристов. Да, летом. Сколько, интересно, этот номер стоит, в котором мы будем жить? Ну, да, спрошу, конечно. Ты смотри, обменники. Посмотри, опять украинский флаг. Какое здание красивое. Макдональдс.
природа другая, пальмочки, пальмочки, тепло по сравнению с Тбилиси. В Тбилиси было так пасмурно, туманы по утрам, а тут солнечный день, так комфортно. Так, а нам надо обменник. Продукты, маркет, а вот обменник. Что у нас тут? Где рубли? 282, 228. Там что-то много, я ближе подойду. Да, турецкие есть, и вот рубли. 282, даже больше, чем в Тбилиси. Чем в Тбилиси, угу. Давай сразу поменяем. Да пошли, ты куда торопишься? Подошли ближе. Какое интересное здание. Необычно постройки. Ну, а нам прямо-прямо-прямо и к морю подойдем. Правильно я поняла? И в банк, я считаю, надо сходить. Потому что... Сережа, а может вот так давай по этой стороне пойдем тогда? Пойдем. Тут посмотрим еще. Он нам вообще показал другую сторону идти. Почему? Он сюда показал море. Не, ну море, да, я море и без него знала. Я же посмотрела по карте. Он сказал, кругом везде. Вряд ли. Ну, тот же самый крест. Вот смотри, какое новое постройки здание. Сереж, мы опять идем, получается, туда в порт идем. А? Там у нас с правой стороны порт будет. Через дорогу, вот туда налево море. Какое красивое здание, архитектура какая. О, посмотрите, какое красивое здание, как куколка Барби. Так, супруг мой опять обменники смотрит, что у нас тут. А тут меньше курс, ага.
пошли в маркет, зайдем, разберемся. Так, вот в этот банк мы подавали очередной банк. Я вам про банки рассказывала уже, про карточку расскажу потом отдельно. Курс я показывала, но курс еще выше есть в другом квартале, я вам тоже его показала. Курс здесь очень низкий, но самый низкий был курс в Тбилиси. А сейчас мы хотим спуститься в погребок в какой-нибудь. Сереж, где-то мы видели с тобой погребок, посмотреть. Я помню, нам нужно влево. Нет, нет, там нету, там кальян. Пойдем сейчас прогуляемся. И муж хочет посмотреть ассортимент вин. Сколько стоит чача. Ну, вообще просто интересно. Вот такой погребок где-то мы видели. Ну, как всегда, мужчины на работе. Тут курс рубля 0,27. Вот, кстати, мы где меняли, Сереж, там и турецкие лиры повыше, 0,83. Наш район. Это наш район. И туда ориентир держим на площадь, на центр. Нагулялись, просто вот поворачивали на одну улочку, на вторую. Сейчас мы все-таки в подвальчик зайдем. А вот, Сереж, подвальчик. Вина? А, нет. Массаж, красота. Это не то. Вот где ты говорил, давай зайдем, вот туда пойдем. Здание какое красивое. Что это за здание? С этой стороны мы еще не гуляли. Так, сколько время? 5:15. Пасмурно стало. В обед солнышко было. И сейчас пасмурно.